До 15 апреля, потратив всего 5 рублей и 50 копеек, можно спасти жизнь ребенка. Подробности благотворительной акции смотрите в нашем сюжете сразу после выпуска новостей. Не переключайтесь. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Журнал «Выбирай» в рамках народной ресторанной премии «Золотая вилка» уже в четвертый раз проводит конкурс детского рисунка «Хочу стать поваром». В редакцию журнала «Выбирай» с 15 февраля поступают рисунки со всей Чувашии. А в этом году в редакцию поступило рекордное количество работ – более 1400. Дети вместе с родителями рисовали работы на свои любимые темы – ужин дома, процесс приготовления еды дома. Все рисунки вывешены на сайте «Золотая вилка». Любой желающий может зайти и проголосовать. Проголосовать за понравившийся рисунок можно на сайте cheboksary-goldenvilka.ru. Справа находим баннер «Хочу стать поваром», кликаем и переходим в раздел «Голосование». Выбираем понравившийся рисунок и отправляем смс с кодом на номер 4647. За один рисунок с одного номера мобильного телефона можно голосовать только один раз в сутки. Голосование платное, стоимость смски 5 рублей 50 копеек. Но если мы все вместе с вами до 15 апреля будем голосовать, то мы с вами при помощи этих детей, которые рисовали, сможем набрать хорошую сумму, а эти деньги мы отправим больному ребенку в Русфонд. Мы вместе с вами сможем спасти жизнь ребенка. Пожалуйста, присоединяйтесь, не оставайтесь в стороне.